Колева Екатерина Викторовна, начальник хозяйственно-экономического отдела Департамента образования и науки Одесского городского совета. По предписанию арест наложен до полного его выполнения. Администрация детского учреждения выполнила предписание, о чем уведомила исполнительную службу Киевского района и главное управление ДСНС в Одесской области Украины. Но по закону суд должен снять этот арест. В судебном порядке должно быть снято. До полного выполнения, по предписанию. Мы выполнили предписание нарушений. Мы выполнили, устранили все нарушения по предписанию суда, по припису. Ну, смотрите, мы устранили все пункты, которые были прописаны в предписании, о чем уведомили исполнительную службу Киевского района и главное управление ДСНС в Одесской области, которое находится на Прохоровской. Исполнительная служба вам ответ какой-то прислала? Она не должна присылать ответ. Должна, потому что вы подали документы в исполнительную службу. Ответ в исполнительную службу, я не готова сейчас ответить на это. Хорошо, давайте так. Вы говорите, что вы выполнили все по предписанию. Я, конечно, не знаю там всех условий, которые были написаны в этом предписании. Но где же тогда ваша пожарная лестница? Пожарники подписали, вопрос к пожарникам. В действительности, вопрос к пожарной инспекции.